всего работает на 7000 гектар 73 человека. Да. То есть... Но ручного труда много? Ручного труда очень мало. Современная техника. В основном это ручной труд это только сортировка. Вот. А это как-то здесь семенной? Это семенной. Нет, это семенной. На сегодняшнюю дату заложили 6000 тонн. Должны заложить 30, да? Должны заложить 30. Но да. У нас из семян... Вы семена продаете, правильно? Семена на всю Россию. Да? Элита, супер элит, первая репродукция. Мы закупаем. Какая стоимость сейчас семена, которые берем? У нас контракты. Весной, да? Да, продаем весной. Ну, вот цена рынка 20, да. От 20 до 30 рублей за килограмм. 20-30 рублей за килограмм семенного картофеля. Да. Да. Себестоимость какая получается? 7, нет, рублей на семенном рублей 12-15. Тогда вот. Потому что много обработок. У нас 600 семян получается, 400 столовых картофеля. То есть и столовых тоже занимаемся. Хранение полностью ваше, да? Хранение все наше. Вот еще склады строим дополнительно. Вот здесь место для на следующий год контейнерные современные хранилища, которые на высокопродуктивные, дорогие семена процентные. В общем, зерновые убрали, зерновые получили. Получился урожай с этим. 55 центнеров в круг. 55 гектаров, да? Да. То есть мы намолотили 28 тысяч тонн. Расширяться будет? Планируете, нет? Планирую, если сентября вокруг была бы. Сейчас мы говорили, ехали о том, что 10 тысяч гектаров земли в районе не обслуживается. Мы планируем на следующий год 5 тысяч вести, так, да? 5 тысяч гектаров планируем вести для того, чтобы... У нас задача стать в следующем году 1 800 000 мы должны собрать. В этом году где-то 1 550 000 мы соберем, наверное, по области зерновых. На следующий год 1 800 000. Ну, мы с каждым годом готовы, урожай потенциал готовы, свой, да? Наращиваем. Нашему предприятию всего лишь 6 лет. То есть 6 лет. У вас назад... большое предприятие, на самом деле. Я имею в виду в целом да, большое. 4000. 700 зерновых. Ну, почти 5000. Остальное, да. Картофель, да? Нет. 800 гектар рапс и 1000 гектар картофель. Так, понятно. Средняя заработная плата по предприятию, вы говорите, сколько получается? 40-44 тысячи. Правду говорю? Да? Ну, неплохая, ну, зарплата. У нас сейчас для села, для села... Не, ну сейчас летом-то понятно, в уборку сейчас, да. И до 80, наверное, доходит. Нет, больше. Вот у нас сейчас за 2 недели, механизатор, у нас уборка длилась 2 недели, механизаторы заработали от 140 до 180 тысяч. Слушайте, ну у нас таких недель-то всего, правильно? Они и есть. У нас много, у нас 4 месяца уборки и 3 месяца посевной. А зимой какая зарплата получается по хозяйству? Зимой в среднем где-то 27-35 тысяч. А что зимой делают? Зимой делаем сами вот бункера, которые самодельные, не покупаем ничего. То есть все для картофеля. Все для картофеля. Да, и отгружаем картофель.